Они всегда стремятся действовать. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. В тех именах, в которых встречается гласная буква А, труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Несгибаемая воля этих людей все заставит довести начатое дело до конца. Они должны больше прислушиваться к своему инстинкту и доверять ему. При наличии благоприятной вибрации внешнего выражения они также отмечены необычными парапсихическими способностями, которые им следует развивать. Они всегда стремятся отыскать во всем правду. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Часто владельцы этого имени отталкивают от себя потенциальных соратников и партнеров грубостью и несдержанностью. Астрологи рекомендуют этим людям научиться бережному отношению к самим себе. Люди с буквы «Х» всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Имеют отличное логическое мышление, а в жизни привыкли добиваться всего трудолюбием и старанием. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Люди с буквой «Т» в имени отличаются страстью и пламенной натурой. Буква «У» в этом имени отвечает за гуманизм, хорошо развитое воображение и острую интуицию. Буква «Х» в этом имени говорит о стремлении завоевать всеобщее признание, а значит о приверженности принятым в обществе законам, моральным устоям. Им как воздух требуется впечатление, возможно застенчивость. Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.